Приветствую вас. Я не буду, наверное, зачитывать весь ваш вопрос, потому что, в принципе, он достаточно понятен, как мне кажется. Отношения с женатым мужчиной, значит, автор вопроса встречалась с мужчиной. Вот, потом они разошлись, этот мужчина выше, женился, а автор вопроса замуж, я так понимаю, не вышло. Спустя 12 лет они снова встретились с этим мужчиной, и мужчина начал говорить о том, что он ее любит, что он женился на зло, вот, а когда уходил, то, соответственно, вот, когда они расстались, тогда, вот, ему встретилась другая девушка, вот, он, собственно, на ней женился, вот. И вот, через 12 лет, мужчина, автор вопроса, говорил, что все это было на зло. Вот, они стали встречаться, автор вопроса говорила про то, что женатика для нее табу, но на второй день все табу посыпались. Вот. Ну, а дальше ситуация развивалась по довольно печальной истории. Мужчина обещал уйти от своей жены, не уходил, вот, значит, жена узнала про, значит, его связь, вот, сама начала вроде как его выгонять, он снял кольцо, вот, у них уже были планы с автором вопроса, но малейшая ссора между автором вопрос и мужчины привела к тому, что мужчина опять своей женой. Вот. И видит, теперь уже не хочет автора вопроса. И, собственно, автор вопроса спрашивает, была ли любовь и как можно разлюбить так быстро. Я думаю, что любовь там, может быть, и была, какие-то чувства. Но мне кажется, что дело не в чувствах. Мне кажется, что дело именно в том, как вы себя репрезентуете миру, это первое. То есть, как вы, ну, вот, показываете себя, да, как вы демонстрируете, что вы демонстрируете, ну, вот, другим людям, в частности, да? Какое мнение о вас у них складывается? И то, что мужчину вы выбираете себе под свою личность. То есть мужчина у вас такой, который подходит вам по личности. А поскольку ваше табу, как вы сказали, сами посыпались очень быстро, то у вас есть определенные
противоречия, да? Вот. Что это за противоречие? Смотрите. Ну, тут не надо ходить далеко за примером, да, вот вы говорите, что, например, женатики для меня табу, супер. Потом говорите, табу посыпалось. Как это произошло? Как произошло, что то, что вы, вот вы говорите, да, получается, вы это предали? Я хочу, чтобы вы правильно меня поняли, я вас не обвиняю. Ни в коем случае. Я не говорю, что вы, ну, какая-то плохая и так далее. Я просто хочу, чтобы вы обратили внимание на это. Я хочу, чтобы вы увидели это. Что вы сначала как бы заявляете вроде бы одно, а потом говорите другое. Вот это, как мне кажется, является основой, ну, основой ваших трудностей, вот. Что вы сами же не соблюдаете свои границы, вот, почему-то так, почему, нужно смотреть. Почему так? Нужно смотреть. Нужно разбираться. Вот. Как получилось, что вы вот можете там, грубо говоря, ждать человека 12 лет, да? И вот. Как-то поверить ему, что ли. Понимаете? Вот. Это важный момент, как мне кажется. Возможно, возможно. Это говорит о том, что у вас есть тут, ну, некоторые противоречия, ну, вот, некоторые конфликты внутри, потребности. Которые вы, может быть, не осознаете. Полный мир. Да? Вот. И вот как вариант. Как вариант. Как возможность. Этот вот аспект. Компенсировать, да? Вы оказываетесь вот в такой ситуации. Вот, естественно, ну, работа с самооценкой, вот, с вашей, как бы, женской моделью поведения, да, то есть, каких мужчин выбираете,
Каких? Каким образом выбирается мужчина, то есть тут все нужно выяснить. И я думаю, что когда это будет выяснено, то вам можно будет это подкорректировать, вот. Ничего сложного в этом нет. Ну, не будет ничего сложного. Вот. Другой вопрос, как бы вот, хотите ли вы в этом разбираться, потому что сейчас вот обратите внимание, вы ориентированы, ну вот, немножечко на мужчину, да, то есть попытка понять его больше вас. Не, как бы, не себе, да, понять, не себе, как бы разобраться, да? Вот. А именно вот понять, ну, человек, как бы. И вот это, на мой взгляд, может быть тем, что как-то вот, ну, выдает то, что вы как бы не совсем, да, вот, готовы к этому. Вот. Ну и по общему правилу можно сказать, что когда вот речь идет о том, что, значит, вы встречаетесь там с женатым, да, к примеру. Ну, это, вот, как правило, отношения, как бы, с родителями, то есть, вот, есть какие-то, вот, сложности во взаимоотношениях с родителями, ну, такое вот есть общее правило, я не говорю о том, что оно обязательно, как бы, про вас, да, вот, потому что, ну, варианты всегда могут быть, вот, но, и тем не менее, как бы, вот, так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы пытаетесь. Вот. Ну, на этом, в принципе, все. Все, что я хотел сказать. Вот. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что, ну, что вы сделаете для себя выводы определенные, вот. И начнете работать над собой, да, чтобы таких ситуаций больше не было. Хочу обратить внимание на то, что ваш вопрос повторяется, я точно такой же вопрос уже читал, вот, и хочется спросить, а чем вас не устроил, например, мой предыдущий ответ на ваш вопрос. Удачи, всего самого доброго вам.